Так, блин! Блин, ребята, я проиграл, только что играл очень, ребята, очень трудный бой в Clash Royale и проиграл, к сожалению. Вот, блин, ребята. А, кстати, да, всем привет, меня зовут Твикли, и это мое новое супергеройское видео по игре Minecraft. И давайте, ребята, прямо перед его началом я прошу вас поставить свой лайк, подписаться на мой канал и нажать на колокольчик за 5 секунд. Давай, прямо тебе я даю всего лишь 5 секунд на все эти 3 очень простых действия. Давай, я думаю, то, что ты справишься. И я проверю, ты крутой или же нет. Давай. 1, 2, 3. Давайте, ребята, еще 2 секунды. 4 и 5. Думаю, то, что вы все успели, потому что вы очень крутые мои подписчики, ребята. Ну и как вы уже могли заметить, сегодня ко мне пришел вот такой вот очень странный, подозрительный, ребята, гость. Он мне предлагал решать какие-то примеры. Я вообще, ребят, не знаю, кто это такой. Прямо, ребят, сейчас пишите в комментариях, кто это, ребята, вообще такой. Потому что я лично вообще не понимаю, кто это, ребята. Вот, обязательно пишите в комментариях, быстро-быстро, прямо сейчас пишите. Вот, также, ребята, сейчас увидите комментарии с прошлого видеоролика. Если вы хотите попасть в мое следующее видео, то обязательно, ребята, пишите прям по много раз, кто это такой. Вот, ну, ребята, сегодня, как вы могли понять, я буду тестировать костюм самого бога грома Тора. Да, ребят, в общем, выхожу я такой на улицу, на эту мою площадку, смотрю туда, и там мне кто-то оставляет этот подарочек. Это костюм Тора из Войны Бесконечности, а также его молот. Да, ребят, его молот или же секира. Давайте я спущусь аккуратненько. Оп, да, я не получал урона. Так, хорошо, давайте уже подбежим и будем, ребята, смотреть на этот просто замечательный костюм. Так, только еще тут немножечко забагалось. Хотя нет, смотрите, когда я подошел, он нас, так сказать, отлагал. Так, ребят, в сундуке у нас лежит Stormbreaker, да, ребят, тот самый, ребята, молот или же секира, не знаю, как правильно. Скорее всего, все-таки секира. Та самая секира, с помощью которой Тор смог практически одолеть Таноса в Войне Бесконечности, если бы он попал ему прямо по голове, но Тор у нас достаточно добрый парень, поэтому он решил просто пробить ему грудь. И ладно, давайте же наденем костюм этого Тора и просто посмотрите, как мы становимся круто выглядеть, ребята. Да, у нас есть, черт возьми, молнии, и мы выглядим прям как настоящий зум. Да, ребята, у зума точно такие же молнии, вот. И теперь мы просто нереально силен, нереально быстро, нам дают просто куча эффектов, хотел сказать, но их здесь почему-то нет, но нам они даются обязательно. Давайте уже возьмем нашу секиру, ребята, нашу знаменитую секиру. У нас, кстати, целых теперь 20 сердец, да, 20 сердец. Вот, ну и давайте я попробую, ребята, немножечко полетать. Сейчас мы вот так вот раскручиваем наш молот и начинаем, ребята, просто, черт возьми, куда-то лететь. Давайте залечу на это тут маленькое здание и начнем тестировать нашу способность. Я сейчас набоюсь все расфигачить, поэтому давайте мы полетим на более безопасное место, где мало людей. Так, тут парк, тут много людей гуляет. Давайте вот, не знаю, вот где-то вот здесь у нас будет испытать наш полигон. Так, нужно сломать этот блок. Так, давайте уже начнем тестировать наши способности. Я опять взял свой телефон, пошел нафиг. Так, надо вот сюда. Так, хорошо. Итак, ребят, первая наша способность — это, конечно же, вот такое вот своеобразное кидание нашей секиры, и потом она нам возвращается точно в наши замечательные ручки. Ладно, ребят, следующая способность — это, конечно же, вот у нас вот такой вот полет, куда мы буквально прям уж захотим. Так, раскручиваем секиру и можем, ребята, лететь, куда мы просто пожелаем. Ну да, думаю, то, что вы это уже все видели. Ладно, давайте посмотрим следующую способность. Это, конечно же, удары молниями, вот такими вот разрядами, да. То есть мы можем поразить свою цель вот такими вот зарядами. Итак, что у нас дальше, что у нас дальше? Сейчас посмотрим, ребят, что у нас дальше. Так, конечно же, вот такие вот взрывы, просто посмотрите, что я сделал. Я же говорю, надо было подальше идти, потому что, ну, такие взрывы — это слишком, ребята, это уже, да, реально слишком вообще. Да, мы можем также, ребята, также призывать вот такие вот просто удары молнии. Ой, сейчас, вот так вот. Если нам кто-то не понравился, то мы можем подойти вот так вот и сделать ему, так сказать, кару божью. Вот так подходим, хопа, и все, и капец, вот как он будет так быстрее. Смотрите, как мы быстро копаем. Просто как Халк какой-то. Ну, кстати, Тор по силе такой же, как Халк примерно. Кстати, ребят, пишите в комментариях, кто сильнее, Тор или Халк. Мне кажется, что все-таки Тор, потому что
если сравнивать его с Халком в «Войне бесконечности», то, конечно же, Тор намного сильнее. Так, это я уже вам показывал. Мы можем взрывать, так, черт возьми, вот эту всю землю. Так, давайте тут все выкинем нафиг. Так, что у нас дальше? Что у нас дальше? Это, да, мы можем так вот, так сказать, прятать секиру, ребята. Вот тебе у нас как бы нет. И мы можем ее призывать обратно. То есть вот, 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 да. Сейчас у нас это опять же вот такие вот обычные удары. Ладно, давайте еще немножечко полетаю. Пример, вот давайте залетим на вон ту вот, ребята, вышку огромную. Так вот, хоп, и полетели. Хоп, и просто, ребята, начинаем лететь куда мы захотим. Так, вот так, хопа, и давайте прямо, 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 прямо вот сюда. Аккуратненько нужно приземлиться на эту башню. Фух, так вот, мы приземлились на этот, черт возьми, факел. Ой-ой-ой-ой-ой, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Смотрите, ребята, я просто активировал какую-то штуку, и теперь я, когда бью секиры, все, то все взрывается. Ребят, мы так можем снести, черт возьми, башню. Давайте мы прям так и сделаем. Воу! Тихо-тихо-тихо-тихо, хоп! Наверх. Тихо. Пробираемся сквозь стены. Так, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо, хоп. Так, дайте мне вылететь, черт. Черты. Так, тихо. Давайте вниз. Так вот, аккуратненько, хоп. И давайте, ребята, вниз. И я там просто все наверху расфигачу. Так, ладно, давайте посмотрим, что у нас еще есть. Можно также так бить молниями, как я вам показывал. Так, и на вот эту клавишу то же самое, в принципе, да? Да, ребят, то же самое. Ладно, давайте мы еще полетим вон туда вот. Так, это же закат уже. Черт, ребят, не люблю закаты. Так, просто, ребят, посмотрите, насколько быстро можно летать, особенно когда включим ускорение. И мы просто, ребята, летаем наравне с самим железным человеком. Это очень круто. Так, главное не приближаться к нашей башне, потому что я, если честно, не хочу, я совершенно не хочу ее ломать. Потому что нафиг надо, ребята, ломать ее еще. Да, только купил эту башню недавно. Вот сюда. Оп. Итак, ребят, я уже показал вам практически все способности. И я думаю, то, что самое время протестировать этот, ребята, замечательный костюм на настоящем, ребята, испытательном полигоне. Сейчас я включаю сложную, так сказать, сейчас включу мобов, и мы на них проверим наши все способности данного, так сказать, костюма. Итак, давайте я сейчас включу, естественно, таймсет. Таймсет 16 тысяч. Да, хоп. И сейчас, ребята, будут появляться чертовые мобы, с которыми я, естественно, справлюсь, потому что я в, черт возьми, костюме Тора, и вот эти уже монстры появились. Давайте просто начну их рубить обычными ударами. И да, ребят, просто с одного удара убиваю всех. Они даже никакого урона не наносят. Вау, что это за такое здание, которое все истекает водой. Ладно, давайте я вот так вот сделаю. Хоп. Вот так, хоп. Хоп, хоп. Так, тихо. Тихо. Оп. Получай. Так, тихо. Опа. Перелетаем. И вот так, хоп. Отлично. Маленький зомбик. Маленький зомбик. Фух, ребят, мы его успели все-таки замочали, так сказать. Так, ух ты, смотрите, тут чуваки у нас тусуются на дороге, а ну-ка, получайте. Ладно, а если вот так вот вас, хопа, хопа, тихо, хопа. Так, давайте мы их ударим сейчас молнией, сейчас у нас властные способности. Получайте, хоп, ты чё удумал, а ну пошел отсюда. Так, тихо, получай, так, получай. Так, отлично. Так, вижу там еще мобов, давайте мы к ним. О, там ведьма, давайте, люблю сюда с ведьмой драться, ну-ка. Получай. Отлично, получайте. Просто такие легкие. Ух, как я его сейчас долбанул. Тихо, чтобы пожара тут не было. Поэтому это все расфигачу. Так, там у нас тоже пожар. Ну ладно, вообще, мне все равно, потому что я Тор, и я просто сейчас защищаю землю от этих всяких паразитов. Получай. Так, а так, хоп. Теперь к кому полетим? Давайте, ребята, вот к тому паучку, к примеру. Не, давайте сначала к криперу. Такой, тихо, тихо, тихо. Кто здесь взорваться хотел, а? Огурец. Так, давайте мы еще найдем каких-то мобов. Так. К примеру, вот этих двух. Так, что я на них еще не испытал? Вот это я испытал. Так, тихо. Так, что они так быстро уничтожаются? Ой, вода. Так, там парк у нас, там мобы не респаунятся. Так, а ну-ка, если так сделать. Опа, смотрите, я могу взорвать. Так, хоп. Ты что, в меня ядом кидаешься? Получай. Вообще офигел. В Тора чуть не отравила. Так, тупая ведьма. Так, давайте мы наверх. И туда. Так, хоп, ой, черт, ребята, я сейчас просто летаю, и мне очень плохо, потому что у меня наносится урон. Так, тихо, сколько вас здесь? Ёшкин кот, сколько криперов! А ну, тихо, пошел, пошли вы вон все, так, этих мы вот так вот молниями надо издалека их зафигачить. Так, тихо, 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 вот так, хоп. И вот так, хоть,
Ух, как я двоих сразу хыть. Так. Получай. Так, а вы бы еще хотел? Вот да вот криперов. Надо всех криперов просто уничтожить. Поэтому я сделаю вот так. О, я забыл! Я забыл то, что если ударить в крипера молнии, то он станет мутантом крипером, и мы его убили. Блин, я, ребят, забыл это совершенно, и я это не учел. Поэтому только чуть-чуть не подверг наш город огромной, ребят, опасности. Ладно, ребят, думаю, то, что на этом стоит заканчивать. Если вам понравилось это видео, то ставьте обязательно лайки, подписывайтесь, ребят, на мой канал. Вот, также, ребята, обязательно нажимайте на колокольчик, вступайте в группу ВКонтакте, добавляйте мне друзья ВКонтакте, ребята. С вами был я, Твиклитор. Да, как бы это... круто не звучало, вот. Я не прощаюсь, ребята, говорю вам до новых встреч, друзья.